Огромные нарядные соцветия и блестящие кожистые листья. Весь эффектный вид мединилы говорит, что это гости из далекой теплой страны. Родиной ее являются влажные тропические леса Филиппинских островов. Мединила расцветает поздней весной и радует своим цветением более 2 месяцев. Мединила довольно капризна в уходе. Как все тропические растения, она любит тепло, высокую влажность воздуха, хорошее освещение и очень боится сквозняков. Зима для мединилы – это период покоя. Именно зимой растение закладывает цветочные почки. В это время температуру содержания снижают до 15 градусов, а полив сокращают. Полив летом требуется обильный, и при этом используется фильтрованная вода комнатной температуры. Мединила любит повышенную влажность воздуха, поэтому растение и воздух вокруг него желательно опрыскивать несколько раз в день. Поскольку мединила в природе может жить как эпифит, ей не нужно много земли. Для успешного роста достаточно небольшого горшка, но сам грунт обязательно должен быть хорошо проницаемым для воды и воздуха. Также растению нужен хороший дренаж. Молодые растения пересаживают ежегодно, а взрослые раз в 2-3 года. Удобряют мединилу жидкими минеральными удобрениями раз в неделю в период роста и цветения. При недостатке света, низкой температуре содержания, а также при поливе неочищенной водой и сквозняках у мединилы осыпаются листья и цветочные почки. Пользуясь рекомендациями нашего канала, вы обязательно вырастите красивое и здоровое растение. Оставайтесь с нами!